Свыше 700 представителей отрасли собрались в ДКМ, чтобы отметить свой праздник. От имени главы региона машиностроителей поздравил директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Василий Жаров. Я попросил выразить самые искренние слова благодарности каждому здесь сидящему за тот огромный труд, за тот вклад в общее наше дело укрепления экономики за Урале, за те результаты и пожелать еще новых будущих успехов каждому здоровью, каждому счастью, каждому семейному благополучию. За 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства, основу которого в области составляет машиностроение, достиг 110%. Это значительно выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу и по России. Дипломами губернатора были награждены победители смотра конкурса «Лучшая промышленная организация года». Среди них Курганмашзавод, КАФС, НПО «Курганприбор», Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, Шадринский телефонный завод и другие. Лучшим директором года признан Александр Лисицын, генеральный директор «Кургандермаш». Мы уловили тенденции, значит, на рынке, поэтому пошел спрос. И вот уже 3 года неуклонно растем. Вот. Планируем для расширения переезд на более масштабные площади производственные там, и так далее. Поэтому в конце этого года завод, получив новый производственный потенциал, будет расти дальше. Также Василий Жаров вручил ведомственные награды машиностроителям, внесшим наибольший вклад в экономическое развитие Курганской области. Василий Малухин, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».